Сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу большое внимание уделяют информированию населения о правилах безопасного поведения на дороге. Для этого они на регулярной основе проводят профилактические рейды. В этот раз наглядно показали, как правильно объезжать препятствия на дороге водителям средств индивидуальной мобильности. Смоделировать похожую ситуацию помогли дорожные конусы, установленные на площади около кинотеатра «Искра». Посмотрим, как наши сотрудники на мотоциклах осуществляют передвижение на своем транспорте, соблюдая правила дорожного движения, соблюдая технику безопасности. Помогали проводить рейд «Безопасность на дороге» волонтеры Подмосковья, специальный мотобатальон ДПС, а также компания проката самокатов. Когда ребята попробовали объехать дорожные конусы, то из-за своей неопытности не все справились с поставленной задачей. Благодаря этому практическому занятию школьники вспомнят правила дорожного движения, предназначенные для водителей средств индивидуальной мобильности. С наступлением летнего периода и довольно-таки большого количества самокатов, которые предоставляются в аренду, детского травматизма, ну и вообще травматизма с участием средств индивидуальной мобильности очень много. То есть это, ну, летний период, прям большая наша главная боль. Вот пытаемся привить, показать, научить, рассказать последствия, объясняем. Всем участникам профилактического рейда «Безопасность на дороге» раздали светоотражающие элементы и сладости. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.